Причиной гибели подростка могла стать неосторожность при курении. В ночь на 26 сентября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в городе Родники. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 13-летнего мальчика. Дом полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, в которой спал погибший. По одной из версий, смерть подростка наступила от удушья продуктами горения. В результате того, что несовершеннолетний заснул с незатушенной сигаретой. По словам соседей и по уточненной информации, данная семья относится к семьям неблагополучным. Папа юноша был лишен своих родительских прав, и ребенок находился под опекой своей бабушки. Ну, бабушка и папа эвакуировались, со своего ребеночка забыли, оставили. По факту ЧП специалисты Следственного комитета по городу Вичуга проводят проверку на предмет наличия состава преступления.